Внимание телеканалов, газет, информационных агентств, радио приковано к главному событию России – празднование 2000-летия города Дербента. В древний город приехали гости из разных уголков России и мира. Праздничное мероприятие своими глазами увидел наш корреспондент Исрафил Исрафилов. Сегодня в самом южном и древнем городе России, в Дербенте, по-настоящему весело, шумно и многолюдно. Здесь празднуют юбилей 2000 лет городу Дербент. Собралось большое количество гостей. 40 делегаций прибыло из разных городов России и зарубежных стран. Среди почетных гостей посол Ирана, Таджикистана, Азербайджана и ряда других стран. Для комфортного пребывания гостей во время праздника работала волонтерская группа. Они встречали гостей и оказывали информационную помощь. А безопасность обеспечивала специальная группа, созданная из сил МВД, ФСБ, МЧС и внутренних войск. С утра в городе яблоку негде упасть, а глаза разбегаются от обилия зрелищ. Уже с 10 часов утра свои двери для гостей открыли Музей мировых культур и религий. Ближе к обеду на площади Свободы прошел фестиваль этнокультуры. Гостям были представлены 13 национальных культур из 16 регионов страны. Зрители смогли увидеть произведения народных ремесел и процесс их изготовления. Известные кубачинские мастера провели здесь свои мастер-классы. Праздник Дербента – это не только праздник Дагестана, это праздник России, это праздник всего мира. Потому как Дербент сегодня, он находится в Российской Федерации. А буквально там лет 300, 500, 1000 назад здесь абсолютно другие процессы происходили. И в этом плане я считаю, что это такой же праздник и для Азербайджана, и для Ирана, и для России, но в первую очередь, конечно, для Дагестана и жителей Дагестана тоже. На этом же месте прошла выставка дагестанских ковров. На асфальте нарисовали узорчатый ковер площадью 350 квадратных метров. Демонстрацию средневековой жизни Дагестана показали в 7-м Магале, как город менялся с течением времени. Гостям праздника представилась уникальная возможность окунуться в уникальный мир старого города. В этот день для посетителей были открыты дома древней части Дербента. Любой желающий смог войти в дом и выпить чаю со сладостями с гостеприимными хозяевами. Мы в Москве гордимся тем, что в нашей стране есть такой самый древний, очень уважаемый город Дербент. Мне кажется, что сегодня Дербент – это символ дружбы народов в нашей стране. Вот я прошел здесь по улице, ну, поднимаясь к крепости, и видел, что, по сути дела, на одной линии стоят и православный храм, и армянская церковь, и мечеть. И все это символ вот того, что наша страна, она приемлет все народы, все здесь они процветают. Желаю процветания следующие 2000 лет. К вечеру на цитадели Нарын-Кала начался фестиваль изобразительного искусства «Краски Нарын-Калы», который продолжился музыкально-театрализованным шоу с использованием световой графики. К сожалению, это мероприятие было закрыто для широкой публики, но цитадель могли попасть те, у кого были специальные пригласительные. Но горожане представление на крепости смогли увидеть со специально установленных мониторов в разных частях города. Ну, это огромное событие в жизни, во-первых, жителей. Это уважение к истории этого древнего, самого древнего города России. Здесь много цивилизации было. И очень важно сегодня, в честь 2000-летия, делается попытка возрождения этого города. Город, который имеет давние, хорошие, красивые традиции, богатую историю. Я думаю, у этого города хорошее будущее. Юбилей не ограничится одним днем, а также в последующие дни пройдут различные мероприятия. Исрафил Исрафилов, Гелач Курбаналиев, Магомед Магомедов, Курбан Рагимов. Новости 24. Дербент.